За прошедшие сутки к дежурным медикам на белорусско-польской границе обратились 9 пациентов. Из них госпитализированы двое. Беременная женщина отправлена на консультацию в перинатальный центр Гродно. После осмотра она возвратилась к семье. Еще 28 беженцев подходили за консультацией. Всем даны рекомендации по вопросам здоровья. Первый гололед становится причиной повышенного травматизма. Дождливая погода и небольшой минус способствуют появлению на дорогах и тротуарах ледяной корки. Медики рекомендуют уменьшить прогулки по улице в гололед, а также обратить внимание на потенциально небезопасные места. Следует отказаться от высоких каблуков и отдать предпочтение хорошей рифленой подошве. Передвигаться лучше медленными короткими шагами. На станциях «Беларусьнефть» автомобилистам стал доступен зимний дизель. Топливо, выпущенное на наших НПЗ, выдерживает до 20 градусов мороза. Белорусский дизель к тому же имеет экологический класс Евро-5, что говорит о высоких стандартах работы производителей и качестве отечественного топлива. На рейсы, следующие из Турции в Беларусь, не будут теперь пускать граждан Афганистана. Ранее подобные меры были установлены в отношении жителей Ирака, Сирии и Йемена. Решения последовали вслед за обвинениями в адрес авиакомпании о причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь. Белорусский профсоюз объявил конкурс «Нужно снять ролик с признанием в любви к городу, улице или малой родине». Сюжет должен соответствовать девизу «Люблю свой край, сторонку ГЭТУ». Формат МП4, хронометраж до 5 минут. Победитель получит 10-дневную путевку на двоих в любой санаторий Белпрофсоюз-курорта. Ролики можно присылать до 25 ноября на электронный ящик, который вы видите на экране с пометкой «Конкурс».